Ролики по ХСР за забытый небольшой с приветствием еще хуховского баннера. И потом уже полноценный трейлер Аргенти. Забавный. Да, в японском она реально фуфу. Неожиданно, кстати, анимация такая. Я узнал о ее существовании, но не смотрели, да. Потому что такого еще не было, по сути, первый раз подобное. Так, ну и да. Я жалко, что Селестиал, походу, не будет, потому что мне, на самом деле, про рыцарь красоты хотелось бы узнать побольше. В каком-то таком трейлере, да, в котором они обычно что-то рассказывают. Ну, может быть, в квесте будет понятнее. Потому что, как говорится, пока фракция наиболее literally me, потому что они богиню свою эсят. Чел, еще Джуманги, 80-х пришел. Сука, музыка поехала.宇宙の奥、悪鳥という古獣がいたそうです。その鱗は鎧のごとく、爪は神兵のごとく。だが、その屍を穿つ騎士のランス、宇宙の果ての地で。それならうちにもできるよ。おや、騎士の素質があり、準備に憧れているのですね。ですが、 お許しを。僕は役目を担い、銀河を一人歩く。共に歩むことはできません。闇よ、ここ見て止まれ。僕が死しても消えぬほど準備の名を宇宙にとどろかせましょう。 イドリラ様。だ。 どういうこと? あの光と再会するまで、空にあるあらゆる美しさは僕が守り抜きます。宇宙のどこかでまたお会いしましょう。 で、 директор Аргенти, written by Аргенти. Аргенти, Аргенти. The Omen of Evil Pom-Pom. Extra invited guest as well. Вель просто криджанул. Блин, гарный чел. Думаю, наверное, будет смешным этот квест-задание. Дело не в нарцисс. Нарцисс — это тот, кто самовлюблен в себя. Он не самовлюблен в себя. Он просто очень искренен. Это, я не знаю, как правильно это назвать, но это не нарциссы. Другой типаж. Я бы назвал это так, знаете, такой... ультра архетипично пародийный паладин, вот что-то в таком духе скорее. Еще и с элементом дизайна именно манги Шоджо 80-х, там пародия на Оскар какую-нибудь и так далее. Ааа.
Не, ну благочестивое это понятно, но благочестивое это много кому подойдет. Многие благочестивые. Вот, а здесь вот некоторые параметры выкручены на максимум. Ладно, прикольный трейлер. Забавно, что в этом баннере получилось, что у нас по большей части, ну, типа, что Хохо, что Аргентин, именно трейлеры комедийной больше направленности. Конец записи.